Хочу предложить вам вкусный салат из картофеля с заправкой на основе майонеза, йогурта и острого красного соуса. Подавайте салат теплым с зеленым луком. Сегодня хочу рассказать вам, как приготовить картофельный салат Баффало. Этот салат подается теплым, щедро полейте его заправкой, положите горку зеленого лука. Картофель перед варкой очень хорошо вымойте со щеткой, чтобы сделать его максимально чистым. Отварите, охладите и порежьте вместе с кожурой, ведь в ней много калия. Чтобы снизить калорийность салата, используйте легкий майонез. Удачи! Картофель – 450 грамм. Майонез – 50 грамм. Греческий йогурт – 2 столовые ложки. Острый соус – 2-3 столовые ложек. Чесночный порошок – 0,25 чайных ложки. Яблочный уксус – 1 чайная ложка. Соль – 0,25 чайных ложки или по вкусу. Перец черный молотый – 1-2 щепоток. Зеленый лук – 4 штуки. Количество порций – 2-1. Подготовьте продукты для салата и заправки. Картофель вымойте тщательно со щеткой, залейте водой, доведите до кипения и варите до готовности 20-25 минут. 2. Приготовьте заправку для салата, смешайте майонез, йогурт, острый соус, чесночный порошок, яблочный уксус, соль и перец черный молотый. 3. Заправка готова. 4. С готового картофеля слейте воду. Промойте холодной водой, чтобы картофель немного остыл. Порежьте его кусочками вместе с кожурой. 5. Теплый картофель полейте заправкой. 6. Сверху положите горкой порезанный зеленый лук. 7. Приятного аппетита!